Да, ребята, это конец Да игры. ладно, я права. Всех поздравляю. Мы все-таки прошли. Да, мы прошли. Не знаю, солдат там говорил еще дольше, дольше будет. Нет. Как ты Все. как вчера чай говорила, завтра завершить игру. Да. Чай. Чай, это мой стиль игры, наверное, и мое желание, которое выходит из этого. Знаешь, я смотрел другие заставки, и я понял, что, наверное, это самое правильное для меня желание. Я умер счастливым. Ну, наш герой. Он умер счастливым в полном Счастье богатстве, на да. рассвете. Но это богатство его завалило аж, как говорится, насмерть. Придавило слишком жестко. Ну, кстати, мне понравилась концовка. Концовка понравилась? Да, она самая лучшая, мне кажется, из всех, что я знаю. Я просто смотрел концовки, и Чем меня она стала самая просто лучшая. другая концовка, она быстрее. Друзья, от меня именно проект Lost Alpha 5 баллов. В нем вот прям ровная чаша. Но на самом деле ровная чаша благодаря только вселенной Сталкер. Сталкер вытягивает игру, несмотря на все их косяки. Начнем, наверное, с хорошего. Хорошее в том, что добавили машины, добавили больше локаций. Это интересно. Трагедия в том, что они достаточно пустые. Трагедия в том, что если вы найдете схрон раньше времени, там ничего не будет. Один схрон только нашел, где в любом случае был лут, есть на него наводка или нет. Один. Сама вселенная то работает, то не работает, потому что им, видать, не хватило опыта хорошо реализовать свои идеи в этой игре. Есть очень неприятные вещи. Я говорил, что за ниже балл из-за того, что с кордона нельзя там проехать, и ты не можешь проехать не из-за того, что тебе, например, говорят, когда я туда хотел заехать, что военные там перегородили, еще что-то, а просто из-за того, что проезд есть, но из-за банки там с костром, такое бочонка, машина загорается, хотя до него полметра. Ты едешь, видишь полметра, но машина взрывается. И вот за вот такой косяк минус полбалла без проблем. Ну и там достаточно, что сюжет уничтожил открытый мир, потому что если ты не идешь по сюжету, он слетает, тебя могут заблокировать. Мне пришлось 15 часов геймплея переигрывать, то, что меня закрыли в локации, и мне пришлось все заново начинать. Очень много отрицательных вещей, но игру спасает вселенная. Игру спасает все-таки тот живой мир, который, может быть, работает нестабильно, но он работает. Мне было приятно сражаться с монстрами, когда я понял, что не могу их победить. Я убежал в аномалии, аномалии мне их уничтожили. То есть тут есть интересные моменты. Опять же, недостаток, когда они добавили квестовые моменты. Ребята, зачем в игру, где нет вообще квестовой механики, добавлять ее сиюминутно, если б не зритель, солдат? И я не знаю, как бы я ее проходил. Самая интересная версия 1.0.0, ее не было. В любом случае, проекту от меня благодарность. И еще раз итоговая оценка 5 баллов. Может, от зрителей есть какая-то Да, оценочка? Чай написала 5 баллов. Вилла написали, прошли уже, и сказал, слава богу. Так что, ребята, от зрителей тоже 5 баллов. Я в течение игры тоже говорил, не надо запирать человека среди аномалий, в радиации, и делать так, что он находит двери, а потом тебе говорят, а надо теперь найти к ним пароль. И это то же самое сейчас здесь происходило. Да, я найду пароль. Да, я найду его через 2 часа, но я не буду счастлив. Я буду понимать, что мне затянули геймплей, это вызывает раздражение. И от этого отказались видеоигры, потому что понимали, что это неправильно, и это чувствуется. Тем более в информационный век, когда об этом можно рассказать, это медвежью услугу сыграло с проектом. Да, то есть они решили наполнить Сталкер тем, что устарело, от чего другие проекты ушли. Еще и это повлияло на открытый мир. Наоборот, его урезало, потому что я стал бояться отходить от сюжета, опасаясь, что если я уйду в открытый мир, а он еще и полупустой, у меня может слететь сюжет, и я не смогу его пройти. В любом случае, Сталкер вытягивает все равно игру. Несмотря на все косяки, сама вот эта атмосфера, она будет вас успокаивать. Ну, вернее, она сама, конечно, депрессивная, но она какая-то в хорошем смысле депрессивная. Удивительно, такое бывает.
Я опять встретился с Монолитом, и даже через 10 лет моей жизни Монолит мне опять говорит: дружище, ты до сих пор желаешь богатства? Держи! Это была приятная встреча в любом случае. Просто к ней на этот раз пришлось еще тяжелее добираться, чем раньше, из-за Lost Alpha, из-за потерянного начала. Может быть и к лучшему, что оно было потеряно, друзья. Наверное, это было к лучшему. Ну ничего, я посмотрел, что могло бы быть. Все-таки Тень Чернобыля мне был интереснее, чем мод Lost Alpha. Что там у нас еще? Какая игра следующая? Сюрприз. Следующий сюрприз. Не знаю, конечно, может быть, у нас не сильно порадует, ребят, но мне хочется попробовать проект кое-какой. А после этого будет скорее? Благодарю, друзья. А, еще будет. Я думал, уже все. Музыка закончилась, думал, все, еще титры. А? Потом скорее? После проекта сюрприз, да. Скорее. Ничего, ребят, потом после этого проекта будет скорее. Еще один сюрприз от нашего Лава. Да. Ну, отлично. Все равно мне Сталкер нравится. Хотя в нем устаешь из-за того, что атмосфера все-таки тягучая, тяжелая. Так вот, писала, что чай, там еще задания должны быть. Ну ладно, уже. С ваших стримов можно делать нарезку багов в Lost Alpha. Да, да, да. Кстати, мне кажется, это было бы прикольная нарезка. Ну, это долго очень. Это долго, учитывая, сколько... У меня есть одна идея, я хочу, ну, не знаю, если найду время.